Знакомый сюжет для команды КВН «Спарта Номад» — это истории Древней Греции. Давайте представим, если бы древние греки подошли не к Троянской стене, а к стене города Сочи. Сочи! Эй, извините. Чё? Сочи, сдавайся! Август, все занято уже, ничего не сдается уже. Вы не поняли? Сдавайтесь! 10 000 рублей в ночь! Вы что, не знаете, кто мы такие? Мы – могучие греки! Мы захватили почти весь мир! Да! Давайте хотя бы за 5! За 5 идите, а Анапу берите. Вам что, не нужны отдыхающие? С отдыхающими у нас проблем нет. Нам бы работающих. Царь! Извини, нам точно нужен этот город? Там интересно? Здесь есть армяне. И что? Там, где неинтересно, армян нет. Как же я все-таки зол! Значит так, ваш лучший воин против нашего Ксенофер! 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 Ксенофер, вставай, ты нужен Греции! Тогда от нас Силомер! Бей, Ксенофер! Ваш удар 1000 килограммов. Чем же ответит их Силомер? С вас 600 рублей. Царь, может быть, отправим шпиона? Отличная идея, кто пойдет? Я готов. Но учти, воин мой, там тебя ждут опасности. Говорят, в Сочи есть одно чудище, которое раз в год отбирает у самых талантливых людей 7 дней жизни. Минотавр? Нет, кинотавр. Кинотавр. Иди. Царь, только дайте мне денег, я притворюсь отдыхающим. Держи. В Сочи будет нас! Да! Мы возьмем этот дар, возьмем. Царь, дайте еще денег. Мы же тебе только что дали. Я в аэропорту кофе купил. Ой. На, держи. В Сочи будет нас! Да! Если вы не откроете ворота, мы останемся здесь, разобьем лагерь и будем жить под солнцем в свое удовольствие. Да! Да! Как абхазы, что ли? Склонитесь, царица идет! Нет? Царь, смотрите, что я купил! Что это? Это магнитик! Магнитик? Холодильникус! На тебе еще одну! Нормально. Что у них из вооружений? У них очень много ружей! Ничего страшного, они все привязаны к прилавку, из них невозможно попасть. Иди, узнай еще что-нибудь интересного. Царь, вот теперь царица идет. Милый, что-то мне скучно здесь. Зачем нам Сочи? Может, лучше захватим Мальдивы? Не, ну если ты настаиваешь, давай, что? Давай захватим, как ваш царь-то подсандальник, походу. Подсандальник! 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 Не подсандальник, заткнитесь! Иди и налей вина! Пожалуйста. Хорошо, подсандальник. Я вызываю тебя на поединок. Если ты мужчина, выходи! Для боя я выбираю меч. А я выбираю 981. 981? 981, Аллегрова, угонщица. Если спросят меня, где взяла, я такого мальчишку сладкого. Давай биться! Я отвечу, что угнала. Биться! О! Царя убили! Ах так, тогда 4, 2, 5. Офицеры! Офицеры! Наше сердце под прицелом за Грецию! Стоп, греки, стопе!
Давайте вы не будете нападать на нас, а мы не будем конкурировать с вами. Просто разделим людей. Наши люди будут отдыхать у вас. О, классно, да? Они нас опять обманули! Тогда мы построим огромного деревянного коня, спрячемся внутри. Они подумают, что это дар богов, занесут коня в город, и когда все в городе уснут, мы захватим Сочи! Да! Но греки так и не захватили Сочи, потому что Сочи никогда не спит.